Добрый вечер, друзья. Осторожно, как сцена. Мы тоже очень осторожно ходим на сцене, потому что нас окружают прекрасные картины, которые нарисовал один дорогой моему сердцу человек и по совместительству барабанщик Игнат Кравцов. Антон Ревнюк сегодня на контрабасе. Можно погромче, у него плохо слышно. Меня зовут Евгений Лебедев, вместе мы Лебедев, Ревнюк, Кравцов. Очень такое название мы долго думали, наконец придумали. ЛРК Трио. Сегодня, я так понимаю, очень особенный день, потому что сегодня футбол. Так. Футбол, да, поэтому сегодня... Сколько, кстати, вот в футболе там сколько? Два тайма, три тайма, я не разбираюсь. Сколько? Два, да? Да, вот в футболе будет два, а мы сегодня сыграем в один тайм. Надеюсь, обойдемся без желтых карт, без пенальти. Поэтому мы сыграем один большой тайм. И, надеюсь, немножечко скрасим сегодняшнее ваше настроение. И недолго буду разговаривать. И мы откроем наше выступление такой сюитой, уже, наверное, из двух частей пока что. Третья готовится. На такую сказочную русскую тему. Это две композиции в одной. Первая называется «Сказка», а вторая «Небылица». И вот сейчас такой вот важный момент. Вот я всегда, когда перестаю говорить, иду к роялю. Мне очень страшно, поэтому если вы похлопаете, будет замечательно. Спасибо. Thank you.
Спасибо, друзья. Спасибо, что вы нас заставили чувствовать, как будто мы на стадионе. Игнат Кравцов. За ударами. Ну что же. Вроде как и все. Потому что мы всех себя уже отдали. Но всегда есть. На замену. И мы продолжим композиции такой созидательной. Нашумели так чуть-чуть. Сейчас попробуем погрузиться немножко в другое состояние. Эта вещь называется «Море». Thank you.
Друзья, это было море. Сейчас мы сыграем еще одну сюиту из двух частей. Это две композиции, которые написал Антон Игнат. Первая вещь называется, собственно, как и наш новый альбом, который только-только что вышел, но только в виде дисков, пока что нигде больше нету, кроме как у нас. И альбом называется «Если у тебя есть мечта». Композиция, собственно, так называется «Если у тебя есть мечта». И сразу после этой композиции мы перейдем
вещь, которую написал Игнат, называется «Люминесценция». Thank you.
Thank you.
Спасибо, друзья. Это все музыка с нового альбома. Вот так он выглядит, зелененький. Если что, подходите к нам, мы с удовольствием вам его продадим. Сейчас я прибегну к помощи гаджета. Кстати, вы тоже не можете прибегать. Можете снимать, фотографировать. Это абсолютно не запрещено, это даже приветствуется. Главное, что нужно поставить хэштег. Все знают, что такое хэштег. Хэштег LRKTRIO. Подписаться на наш канал LRKTRIO. Там много чего интересного. Не только музыка, кстати. Можно посмеяться иногда. Ну и, собственно, да, я уже прибег к помощи гаджета. Прежде чем мы приступим к следующей композиции, я хочу сказать, что вот эти все картины, которые я нарисовал, написал Игнат Кравцов. Во-первых, их можно посмотреть поближе, зайти на сцену. Можно, в принципе, во время выступления, если такое будет аккуратно. Но лучше после, можно поближе посмотреть. И все это продается. Можно приобрести себе домой, повесить в спальню. У меня уже такая одна картина висит. Очень похожа на меня. Я так на нее постоянно смотрю. Я прохожу, когда обычно... Вот сегодня я уходил уже сюда, и я так посмотрел на него, что смотришь. Вот, и мне как-то легче становится от этого. В общем, картины смотрите, приобретайте, это стоит того. И сейчас я хотел нашего художника по свету Ивана попросить чуть-чуть приглушить свет. Я вот так сделаю рукой. Да? Хорошо. За окном еще немножечко светит тоже. И мы сыграем такую вещь, которая особенно хорошо слушается при таком свете, в звоне бокалов. Называется она «Капли». Thank you.
Thank you.
Дамы и господа, Игнат Кравцов. Не перестану упоминать его имя. И еще один молодой человек. Антон Ревнюк. Ну что же, до первого тайма у нас есть еще немножко времени. Мы сыграем вещь с нашего предыдущего альбома. Мы уже записали много альбомов, 2. С предыдущего альбома, собственно, который мы записали совместно со струнным квартетом. Струнный квартет сегодня не поместился, потому что все занято картинами. Мы сыграем без струнного квартета. Композиция называется «Нет слез». Thank you.
Thank you.
Thank you.
Дамы и господа, все. Thank you.
спасибо этому клубу замечательному. Огромное спасибо Алексею Белову, который делает нас лучше, чем мы есть, и мы звучим лучше благодаря ему. Наш звукорежиссер Алексей Белов. Отдельное спасибо Алексею Семеновичу Козлову и Раю Прокопяну. И самое отдельное спасибо вам.